Чтобы избежать чрезвычайных происшествий, связанных с возгораниями в отопительный сезон, необходимо вовремя провести профилактические работы. Специалисты напоминают о том, что нужно привести в порядок систему вентиляции и дымоходы и не забывать о важности регулярной проверки систем. В зависимости от того, из нормота, По словам главного инженера, особо это касается жильцов многоэтажных домов, где отсутствуют индивидуальные дымоходы. При использовании неисправного дымохода или вентиляционного канала сжигание газа происходит неполноценно. Специалисты настоятельно рекомендуют проводить регулярные проверки и очистку дымоходов и вентиляционных каналов. С этой целью жильцы могут обращаться в подведомственную МЧС организацию «Спасатель». Проверка должна проводиться не реже, чем раз в 6 месяцев. Также не стоит забывать, что акты об исправности систем вентиляции дымоходов необходимо представлять в ГУП «Энергоресурс Южной Осетии». В противном случае ответственность за возможные последствия ляжет на самих абонентов. Лена Газаева, Заур Устаев, информационный выпуск «Сегодня».